Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данном видео мы расскажем вам, как управлять вашими торговыми счетами в личном кабинете трейдера на сайте компании Amarkets. А именно, как изменить тип счета, величину кредитного плеча, а также восстановить доступ к вашему торговому счету при необходимости. Итак, в случае, если вам необходимо изменить тип счета, то с любой страницы личного кабинета трейдера перейдите в раздел «Трейдинг. Смена типа счета». На появившейся странице в первую очередь выберите номер счета, тип которого вы хотите сменить, а также выберите один из доступных вариантов для смены типа счета. Обратите внимание, что заявки на смену типа счета обрабатываются в срок до 12 часов, а на момент обработки заявки не должно быть открыто каких-либо позиций или отложенных ордеров. После указания всех данных нажмите на кнопку «Подать заявку». Информация о статусе вашей заявки отображается на странице личного кабинета «Мои счета». Далее аналогичным образом вы можете сменить кредитное плечо. Перейдите в раздел «Трейдинг. Смена кредитного плеча». На данной странице также выберите номер счета и укажите желаемую величину кредитного плеча. Важным условием смены кредитного плеча является отсутствие открытых позиций и отложенных ордеров на счете. После выбора нужных данных нажмите кнопку «Сменить кредитное плечо». Как видите, заявка была успешно принята и будет обработана в рабочие часы департамента дилинга в самое ближайшее время. Статус заявки на смену кредитного плеча можно также посмотреть на странице личного кабинета «Мои счета», переход на которую можно осуществить в разделе «Трейдинг». Обратите внимание, что вы можете подать заявку на смену типа счета или изменение кредитного плеча прямо со страницы «Мои счета». Просто нажмите на параметр, который требуется сменить. Например, тип счета. Далее также выберите желаемый тип счета и нажмите кнопку подачи заявки на его изменение. В случае, если вами был утерян пароль доступа к торговому счету, вы всегда можете восстановить эти данные. Для этого напротив нужного счета нажмите кнопку опции «Восстановить пароль» и подтвердите действие нажатием кнопки «Сбросить пароль». Таким образом, система сгенерирует новый пароль от вашего счета и отобразит его на странице личного кабинета. Данная информация также будет отправлена на ваш адрес электронной почты. Итак, уважаемые трейдеры, из данного видео вы узнали, как сменить тип торгового счета и кредитное плечо, а также как восстановить доступ к торговому счету в компании Amarkets. Спасибо за внимание! Начните торговлю в Amarkets уже сегодня!